Привет всем, дорогие друзья, GSR1989, а это значит, что вы находитесь на канале Глафи, можете поставить лайк, подписаться, сообщение, комментарий оставить можете. И вот я вам сразу скажу, я в ужасе, потому что, посмотрев такой бой, я захочу качать бабаху, если бы боя не было, я скажу, блин, я хочу так стрелять, блин, это круто, это офигенный танк, че он трендит постоянно, что это фигня. Нет, все-таки запомните, на бабахе хорошо только смотреть. Потому что вот так не будет никогда. Легче достать альпаше из контейнеров за боевой пропуск. Да блин, вернуться во времени можно, но вот это нет. Ты смотри, он врубает осколочно фугасный, смотри, как задевает бортик Т-62 на 1220. Хэшем. Здесь 930, чтобы вы понимали, за выстрел ББшкой. И 1300 за осколочно-фугасный. То есть 1220 это еще не то, чтобы ой как мало. А МХ-50Б, ну тут не попадание. Это, по-моему, единственное непопадание в бою. Прекрасная игра, говорит СТБ-1. Минус 2 танка в союзной команде. И смотрите, когда вы встанете здесь, вы никогда не настреляете. По крайней мере, я ни разу не настреливал отсюда. За, блин, 80 тысяч боев или сколько? 970, ББшка средняя, 930. Они не будут никогда подставляться в поле. Никогда никого там не будет видно. И не останется там никого, кто бы мог бы их подсвечивать. Засветят раньше вас, чем засветятся эти типы еще и в простреле. Вот, тип, короче, такой в снайперском стоит, рассматривает на 991. Запомнили? 991, да, при среднем 930. И полетело не в землю, не куда-то, а именно четко в башню. Тут еще повезло и С4, что по боеукладке не зацепило. Вот обычно вы стоите на этой позиции, в поле они не подставляются, здесь объезжают и уже вас отсюда расстреливают. Все, у вас единственный там шанс поупасть вниз и ждать еще одну тычку, может быть где-то вы не дойдите. Смотрите, 991 было, да? На 991, опять же при среднем 930 был выстрел. На 970, 2 на 991, на тебе, блин! Не, ну ты скажешь, кайф танк, да? Пару раз шмальнул, 4172. Опа, следующий на лихой пристрелке получается. Но у нас тут что-то Яга и Яга, они решили слиться этим двум типам. Теперь смотри, что он делает. Но лихая пристрелка будет, не будет, да, типа есть 35% шанс того, что что-то получится. Глянь, ну так вот, ну это все, никогда в жизни, никогда. Здесь огромный шанс попасть, сюда есть, вон туда, даже вон туда шанс есть попасть. И вон туда в этой игре тоже шанс есть попасть, везде, где угодно у тебя еще попасть шанс, но не туда. Никак! Ну ты смотри, ты же 255, лихая пристрелка не выстреливает. И как бы ниже среднего вылетает. 1255 просто в НЛД хэшем дает концепту. Это идеальные выстрелы просто. Не, ну конечно, если бы тут летело еще по 1600 каждый раз, был бы усрак. Даже в этот момент вы можете выстрелить в землю. На бабахе, особенно в движении, так и будет мыль очко какой, говорит, ему очень не нравится, ему очень не нравится, ему очень обидно за то, что происходит. Ну, прикиньте, а если бы он знал бы, как до этого залетало и как по нему тоже залетело, как это все смотрелось, он же не понимает, как это все смотрелось, это смотрелось жестко, и причем... Против клан Дозор. 60% побед мощнее, чем наш герой. Нашего героя 19 тысяч боев, по-моему, и 58% побед. 54% топ команды по урону на МХ-50Б дошотный. Но, если бы реплей был от его лица, он бы развел бы на выстрел бы и раздал бы барабан бы и забрал, понимаете, да? И в вашем случае это будет так же, вы выстрелите, не попал, и вас забирают с беребина сразу же. Да, нет СТБ-1. Но где СТБ-1, не понятно. И бабаха где-то. Ушатайте эту мразь. Видите, он специально пишет в общий чат. Для того, чтобы, типа, разгневать нашего героя, чтобы он не смог. Меня, конечно, очень бесят бабахи. Но это не отнимает того, что... Опа, 591. Это не отнимает того, что... Смотреть бои на этом танке, ну просто восхитительно. Пусть кто-то на них играет, но, друзья, не мы. Не мы.
Не надо. Потому что это слишком жестко. Может быть, если ты сбиваешь на ней там иксы только, там день рождения танка катаешь, там раз в неделю, может быть, бабаха, типа как в Макдональдс сходить. Типа раз в недельку можно. Вот так вот. И у тебя такой бой, тебе дают его просто. Потому что снаряды летят туда, куда ты целишься. Прикиньте, тут на каком-нибудь, я не знаю, какой сейчас танк считается точным. Пускай леопард остается точным. Вот на леопарде ты будешь промахиваться чаще. За такое же количество выстрелов. Бабаха! Слева! Вот она! А мы не в засвете! Вертуха! Вертуха хэшем на 1447. Не в землю. Не убийство воздуха, пролетающих птичек и прочего. Нет! Вот! Вот так должно быть, конечно, и каждый хотел бы сыграть хотя бы один такой бой на 183-м. Шанс-то победить даже против друг друга у них, в принципе, равны. А учитывая процент побед, так у бабахи противника-то еще и побольше. Говорит, крыса, вот это у него жопа горит, а! Вот это у него просто подгорает. Там у меня, конечно, тоже, наверное, подгорало бы. Чувак просто закидывает свертухи на 1400, сколько там, 45 или... Я уже забыл. Но много, в общем. Выше среднего. Наконец-то забой. Выперлась выше среднего. Но сейчас лихая пристрелка особо не нужна уже. Опа! И опять! И опять! Опять в цель! Тут просто невероятно гигантский шанс не попасть. Вот смотрите. Вот чувак 84-го годика. Говорит, кросс, блин. Нормально. Вот это мужик. Я в себе такого... Я себе такого... Ну, у меня не получается похвалить в основном противника, потому что у меня горит жопа в эти моменты. От его мега-скилловой, крутой, везучей, блин, игры. А у него он нашел себе мужество. И похвалил. Он говорит, стоит в квадрате 9. Это крайний, да? И вот он даже по карте шарит, куда надо ехать. Смотри! Ай, СТБ-1! А что это за СТБ-1 такой странный, непонятно, 880? И он снова попадает! Но опять шансов больше на бабахе не попасть, чем попасть в такой ситуации. Когда ты на ходу и вертишься, ты практически постоянно не попадаешь. Ты попадаешь в каток, вот там, без урона. Он 9000 без АФКшников дает. Он Колобанова берет. Там, возможно, даже 1 в 4, типа, если учитывать концепта. Как раз там на добой где-то шло. Типа, ну, 1 в 3 точно, но 1 в 4 тоже может быть. СТБ-1. Ну, это ж не дебил. Понимаете? Вы посмотрите свою команду, вы поймете, что это нормальный игрок. Вот этот, которого пердак рвало, и то похуже будет. Бабаха противника. 63 тысячи боев, 61 практически процент побед. Вот тут тоже это не слабые игроки оказались против него в конце. Даже из 4 не был чисто белым каким-то дурачком. Вот он. Вот, I'm no Superman, говорит, но этот бой прям был мега-супермен. Друзья. Инстаграм, Телеграм в описании. Там же моя почта. На почту реплейс после боевой статистики с указанием сервера Wargaming или Леста. Ну и конечно же. До новых встреч. Спасибо за просмотр. И всем пока-пока.